Иногда вот так бывает. Приезжаете вы на дачу после зимы, включаете воду, а там такая неприятность. Разморозилась труба и проржавела. Что делать? Сейчас я покажу простейший способ, как из подручных материалов заделать такую трещину в трубе. Без всякой сварки. Значит, что мы делаем в таком случае? Простейший способ. Берем кусок камеры от машины автомобильной старой. Отрезаем полоску сантиметра 4 шириной. И осталось дальше только намотать ее и закрепить. Чем-то закрепить. Ну, наверное, проволочкой. Или изолентой, чтобы была красивая. Значит, я мотать буду гладкой стороной, чтобы отверстие заделалось. Вставляем хвостик. Мотать надо с натягом. Причем довольно сильным натягом. Чтобы давление в водопроводе потом эту воду мобильной камеры. Так, ну сейчас временно пока закреплю проволочкой, а потом для красоты закрепим изолентой кончик, чтобы не разматывался. Сейчас проверим, будет течь или нет. Хорошо сделали или нет. Иду включать воду. Включай пока. Ну вот, я включил воду. Ничего не течет. Правда, признаться честно, вторая попытка, с первой попытки немного капало. Пришлось перемотать. Но, в принципе, 10 минут работы максимум. И все, сейчас только красоту навести осталось. Вот так. Пользуйтесь.